Актриса не стала молчать и высказала свое мнение о слухах. Кристину Асмус накануне атаковали вопросами о разводе с Гариком Харламовым. Слухи о том, что звездная семья развалилась, появились после появления актрисы на кинофестивале «Евразийский мост». Звезда интернов вышла к репортерам, без обручального кольца на правой руке. В СМИ стала распространяться новость о разрыве пары, которую Кристина довольно скоро прокомментировала. Актриса объяснила, что не понимает, почему публика только сейчас заметила отсутствие на ее пальце обручального кольца. Она заявила, что ни она, ни ее муж уже давно не носят это украшение. Кристина не объяснила, по какой причине в их семье было принято не носить кольца, но заверила, что это не связано с проблемами в браке или с разводом. «Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим, поэтому хватит уже нас и читателя разводить», — рассказала Кристина. Минувшим летом Асмус и Харламов отметили романтическую годовщину — 7 лет отношений. «Мужики никогда не помнят подобные даты, спасибо Кристине, что напомнила. Поздравляю нас», — пошутил тогда Гарик. Вопреки слухам, их отношения со временем становятся только крепче.